Вез кирпичную до места так и не доехал. Алексей не справился с управлением, когда поворачивал с путепровода на Московское шоссе. Итог – разбитая машина. Что, дороги посыпать надо? Что, скользко? С моста спускался в сторону города. Не занесло. В этом ДТП пострадала не отложка. Машину задело оборвавшимися проводами. Скорая попала в ДТП в Касимовском районе. Авария произошла у поворота на деревню Лощинина. В региональном УМВД уточнили, что пострадавших нет. Уборка снега с дорог в Рязани началась ближе к обеду. В работах, по официальным данным, было задействовано 69 единиц техники, самосвалы, погрузчики, грейдеры, пескоразбрасыватели. Для организации ручной уборки привлечены более 100 работников. На Московском шоссе, где произошла авария с участием большегруза, дорогу тоже привели в порядок. Больше всего повезло в этот день тем, кто решил утром из дома не выезжать. Я еще не пробовал дороги, не выезжал. Ну, со двора смогли выехать, все нормально, да? Да. Как сообщила пресс-служба администрации Рязани, коммунальные службы усилят контроль за уборкой города от снега и наледи. В ночь с 26 на 27 ноября уборка улиц будет продолжена. Подметание и обработка песко-соляной смесью проезжей части дорог общего пользования будет проводиться во всех районах города. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».